Всем привет и добро пожаловать на канал. Продолжаю играть в Blitzkrieg 2 Возмездие на очереди кампании за СССР. Самый тяжелый период войны позади. Враг отброшен из столицы советской родины Москвы. Бит под Сталинградом и на побережной Украине. Прорванная блокада Ленинграда. Ход войны переломлен. Дело за малым. Очистить советскую землю от захватчиков и уничтожить фашистскую зверя в его логове. Пришло время оплатить врагу за беды советского народа, за страдания оккупированной Европы. Исход войны в руках Красной Армии, освободительницы. Враг будет разбит, победа будет за нами. И, конечно же, максимальный уровень сложности. Итак, кампания. Советские войска наступают. Вражеская оборона не в силах удержать удар наших частей. Силы 1-го Белорусского фронта в Бобруйске окружена крупной группировкой фашистов. Данным разведки она насчитывает порядка 40 тысяч солдат и больше количеством техники. Войсками 65-й и 48-й армии предстоит уничтожить окруженные гитлеровской части. Вашей непосредственной задачей станет захват железнодорожного узла, который противник планирует использовать для эвакуации своих войск. После выполнения этой задачи вы примете участие в штурме города. Подход к Бобруйску прикрывает артиллерийская батарея, поэтому вам следует уничтожить ее в первую очередь. Генерал армии Рокоссовский. Чувствую, тут такая же будет тяжелая миссия. Кстати, вообще эта кампания очень тяжелая. Для неожиданно. Конечно, тут, скорее всего, того, что нет бинокля у войск, но все равно. По сравнению с основной кампанией, небо и земля, конечно. Даже с освобождением было легче. Так, что у нас? Давайте посмотрим штурмовиков. Ага. Тут сразу дают бомбы. И что он тут летает? Окей, летай. Да-да, понял. Так, так, так. Я слушаю, прием. Ты идиот, только тут кружить будешь. Тебе что сказал? Боже мой. Я не идиот. Так, ну, пушки тут я уничтожил. А, тут еще миномет есть. Пилот на связи.
Так. Я на связи, слушаю. Пилот на связи. Ну, чуть-чуть ускорить. Блин. Ну ладно, на базу так на базу. Танки, приказ понятен. Как вы, идиоты, здесь ездите-то, а? Трэш. Так, что у нас еще есть? О, кстати, у меня есть САУ. Угу. Ну, пробей ты его, молодец. Ну, добей. Да, я слушаю. Молодец, добил. Пехота всегда готовит вражескую сволочь. Ваши приказы? Партия сказала надо. Пехота! Это было глупо, конечно. Докладываю, приказ выполняем. Экипаж САУ готов. Так точно, САУ приказ приняла. Ваши приказы. Приказ понятен. Надо было жопой повернуться. Кстати, один миномет остался. Ну, уезжайте. Внимание! Шлемы надеть!
Я не помню, что здесь есть, но один раз бахнуть можно. О, кстати, боеприпасы. Так, пехота, да, пошла? Ого. Тигряша. Сейчас он будет меня тут убивать, да? О. Блин, ну ладно. Еще пантера идет. Есть, это танк. Да, вовремя я подкрепление вытащил. Так, удержать железнодорожный узел есть. Зачем уничтожить силу противника в городе? Сейчас они не достреливают или нет? Кстати, это же склад. Пехота мне еще есть? Штурмовые САУ.
Блин. Отправлю штурмовиков, хочу посмотреть, что здесь есть. Ух ты, боже ты мой, а что вас так много-то здесь? Так, это у нас одна ПВО, да? Я вас слышу, но делать ничего не буду, да? Да блин! Я на связи, слушаю. Сейчас, сейчас. А все почему? Потому что бомбить надо, а не летать просто так. Где они? Куда он улетел? Эй, понятливый, вернись. Сейчас, сейчас. Будет сделано. Берег, слушай. Задание выполнил. Убираюсь отсюда. Да, тоже мне выполнил. Прорыв. Забивай. Ого. Все по местам. Танки на связи. Шлемы надеть. Да хватит по своим стрелять уже. Мы готовы. Приказ окопаться выполнен. Приказ окопаться выполнен. С удовольствием. Пионеры в позицион. Пионер-einheit meldet sich. Пионеры, rücken aus. Das ist unser Stichwort. Слушаю распоряжение. Дадим им бочку. Так, мне бы пехоту, хотя с чем? Я думаю, так справлюсь. Дайте мне цель посложнее. Сау, слушаю. Вася, командир. Ладно, немного подождите. Товарищ командир. Готов. Будь долго-долго опять бомбежка. Нам не привыкать.
Еще бы, конечно, какого-то разведчика, но, к сожалению, не будет ничего такого. На всякий случай, чтобы уж точно здесь все попало. Поехали смотреть. Данник, выполняем приказ. Вижу вражеское подразделение. Насмотрелся. Тут главный вопрос, откуда стреляли? Темечки щелкают. Одного живем, сейчас. А через кто? А. ПВО по мне так стреляет, офигенно. Вот же пехота есть, кстати. Какие указания? Они бы потяжелее средние танки, вот типа Т-34, 85. Они бы получше были. Так, ну придется еще раз пускать штурмовика. Да посмотри, что здесь творится. Ёпрасте. Да, мне есть, конечно, придется долго бомбить. Ну и... Сейчас, сейчас! Да, да, да!
Добейте уже последнюю. Если бы готово. Так, ладно. На таком расстоянии стрелять бесполезно. Сделано. Что? За родину, за снаряды. Нужно менять дистанцию. Мы тут. А куда еще тут побомбить можно? Тогда прошу разрешения сменить позицию. Ну давай сюда стреляй. Ладно, немного подождите. Так. Экипаж в полной боеготовности. Постараемся. Так, давайте. Где? А, не, забыл про эту штуку. Рад служить. Экипаж танка, внимание! Артиллеристы не подведу. Командир. Вражеская. Закладываю. Приказ выполняем. Да, это САУ. Так, САУ, САУ. Стрелять куда-нибудь сюда, что ли? Блин, отсутствие бинокля только сильно затягивает эту игру. Это просто жесть, насколько сильно. Я думал, легкая прогулка будет в этой миссии, ага. Как я уже говорил, это просто жестенькая компания. Лично для меня. Ну, буду стрелять туда, где тупо нет дырок. Просто жесть, конечно. Ну, вот опять. Что-то они отвлекаются, ну что? Просто подъехал и убил. А я, чтобы так подъехал, так никогда в жизни, блин. Куда ты поехал? Приказ окопаться выполнен.
Нет, уже патрон закончил. Закончились. Да блин, дистанция не той. Блин, я же только что подъезжал. Тут, тут есть. Просто только где? Мы укрепились. А? Постараемся. Да. Нам не привыкать. Нас пытаются атаковать. Вижу враг. Клочья! Конечно, да. Проверка связи. Механик, выполняем приказ. Нет возможности. Блин, даже в такой маленькой дырочке кто-то еще остался в живых. Это просто жесть. О, нифига себе, сразу же попали. Удивительно. Немного подождите. Мы готовы. Есть. Расчет слушает. Мы не попадаем. Расстояние не то, что надо. Нам не привыкать. Танки на связи. Поставку! Блин.
Дайте мне цель посложнее. Сложнее? Куда еще сложнее? Блин, жесть, сколько целей. Стреливает. Подтянку! Да как семечки съел. А как прикажешь? Командир? Забивай! Визуальный контакт с противником! Вот сейчас! Блин! Куда поехал-то, черт? Стреляй, ёпрасто, блин, идиоты. А этот танк что, не стреляет? Отказываются выполнять приказы или что? В чем проблема его? Передовой слушай. Ошибись. Это лёгко, что здесь творится, да? Ох. Артиллерия! Экипаж в полной боеготовности. А как приказ? Да ща, командир. Так ничего сложного. Все по местам! Я просто куда он поехал? Фу, наконец-то. Поздравляем, получили медаль за доблесть в бою. Через 12-17 октября 1938 года присуждался военнослужащим Красной Армии, ВМФ, пограничных и внутренних войск вне зависимости от воинского звания, за исключением доблести в бою, способствует выполнить боевые задачи подразделения, а также личные мужества при защите границ СССР.
Ну что ж, у меня будет новый генерал, но это уже в будущем. Спасибо всем, кто посмотрел этот ролик, и до встречи, всем пока.